Добрый день, дорогие друзья, зрители моего канала и подписчики, вы на канале Крош ТВ, я Крош, и у нас снова прохождение Plants vs. Zombies 2 или Растения против Зомби 2. Да, вы не ослышались. Эту замечательную игру мы снова будем проходить вместе с вами, да, и сразу напомню, что кому понравилось мое видео, кто хочет поддержать мой канал, подписывайтесь на него, друзья, да, поддержите его. Итак, в игре произошло снова обновление, то есть добавили пару растений, но за кристаллы, к сожалению, никого не дали. Вот это очень печально, потому что кристальчики как бы у меня есть, и охота бы их потратить, но не на что. Ввели, короче, вот такое вот растение. Не знаю, я им даже ни раз еще не пользовался, то есть его еще нигде ничего не дали. Также вроде бы уровни добавили. Сейчас посмотрим. Так, тут 25. 30, все нормально. Все пойдет. Вот это я не знаю, напишите. В будущем были новые уровни или нет? В этом нет. В этом мы все прошли. Вроде бы вот на этом острове добавили уровни. Да-да-да, на этом. И будем молиться, чтобы вот здесь вот не добавили. Так, тут мы все прошли. 44 из 44. Так, но сегодня у нас пиратейн плюс плей-эвент. Так, давайте зайдем в 28-й левелап, посмотрим, что там нас ожидает. Текс. Что-то как-то все печально. Так. Давайте попробуем старой тактикой. Вроде бы там только 15 растений можно будет высаживать. Возьмем вот это потяжелее. И надо бы по-любому вот это уберем. А, да-да-да, мы не можем, к сожалению. Так, что быть, как делать? Что же нам делать, друзьям? Можно, в принципе, вместо вот этого, ну давайте вот это возьмем. По-любому, чувачок нужен. Текс. Кого бы еще взять? Эти все там не сами высаживаются. Может, на всякий пожарный возьмем вот эту за 125. И вот эту по-любому. То есть она будет сдувать вот этих вот попугайчиков. Let's strike, посмотрим. Так, отлично, 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 отлично. Так, уже идет, ни хрена себе. Так, отлично, ну убиваем пока его. В принципе, нам пока этого хватает. Шесть растений уже только можем высадить. Пять. Так. Прям на тонкого. Ну, мы вот эти сейчас будем удалять, я думаю. Мне, в принципе, они не нужны. Три. Три растения. Так. Два. Так, отлично. Да, вот этого тоже можем.
Так, надо бы вот здесь вот уже высаживать. И вот тут вот удалять, я думаю. Стоять. Ах ты, блин. 200. Что-то мы превысили. Походу превысили солнышек. Все так же, наверное, будем действовать. Так, ну-ка давайте посмотрим, где он идет. Тогда вот здесь вот пошел. Да, смотрите-ка. Будем пока высаживать. Да, опасная. Сейчас у нас эти уже скоро подойдут. Ждеть только растений можем. 900. Ну же. Блин, я думаю, мы сможем только еще рядок поставить. Так, отлично, этого просто сдуваем. Вот эти хоть за ноль. Вот это уже прям плюс для меня. Так, давайте вот сюда вот поставим. 600. Ивентов-то никаких нету. Вот в чем проблема-то. Так. Давайте вот сюда вот поставим. Пускай отталкивает. Ну все, больше ничего сделать не можем. Мы можем, в принципе, куда-нибудь поставить, если что. Если уж вдруг прям подойдут. Фу. Пока просто держим. Охренеть. Давайте ускорим это дело, потому что нам больше ничего не остается. А нет, смотрите-ка. Ну-ка. Вот так вот. Блин, а. Проморгал я этот момент. То есть, если они удаляются у нас, я так понял. Да-да, давайте. То есть, если они у нас удаляются, то нам возвращаются как бы эти солнышки. Значит, этого надо убрать. Нет-нет-нет-нет-нет. Вот это нужная вещь. Мы, наверное, уберем вот этого вот. А поставим вот этого парня. Он у нас как раз с эффектом. И, в принципе, будет сейчас вообще все огонь. Так, я знаю, что вот это вот здесь сейчас пойдет. Так, это будем пользоваться. Покамись. Она все равно ноль, у нас только одно растение.
Такс. Давайте дальше. Отлично. Вот таким макаром, я думаю, мы сможем пройти. Так, сейчас у нас подойдут. Так, отлично. Вот этого, я думаю, уберем и заново поставим. В принципе, все. Мы еще, конечно, можем три растения поставить, но нам просто некуда. Стоять, казбеки, за рекой граница. Так, отлично. Пора убирать. Не торопясь, сейчас мы их сделаем. То наглые зомбаки решили. Ну, конечно, без этого ивента было бы немного по-другому. Мне пришлось бы одно растение постоянно удалять. Я так хотел сделать. Ну, то есть, одно растение удаляем, нам прибавляются, мы опять его убираем. Так, сейчас же последняя волна пойдет. О, один лепесток нам дали. Крутяк. Так, вот наконец-то волна идет. Ну что-то как-то слабовато они идут. Можно даже, знаете, как попробовать. Например, я вот это растение убираю. Хрен нам не дали. Мой план не сработал. Вот это печально, конечно. Ладно, давайте воспользуемся вот этими. Пускай их немного отбросят. Стоять! За рекой граница, куда пошли?
Так, давайте ускорим это дело. Так, отлично, дали нам подарочек. Посмотрим, что за шмотка. Вроде не шмотки все есть. Значит, это бабло. Ну, такая есть. 4000. Неплохо нам еще вот это. Наше бревно что-то говорит. А, ну то, что кристаллы. Которые одевать некуда. Так. Что мы будем проходить? Этот, короче, уровень, это вообще, короче, дичайший. Я его пару раз пытался пройти, но вообще, короче, пока у меня не получается. Так что давайте пока вот это, наверное, будем проходить. У нас 6 уровней здесь есть. Почему бы и нет? Текст. О, вот он, электро. Крутяк. Офигеть, он, смотрите, он еще эти все коцает. Офигенно. Давайте я вот здесь вот поставлю, пускай они как раз вот здесь вот еще что будет. Смотрите, просто... Вот это неплохо, кстати, сделано. Я бы его хотел. Просто эпик. Ну, похоже, у нас есть примерно. Так, давайте вот здесь вот поставим. Офигеть, это офигенно просто. Так, а давайте посмотрим, что будет, если, например, ему дать лепесток. Охренеть, смотрите. Ну, не так сильно. Я думал, лучше будет. Так. В принципе, они нормально коцаются. Так. Фак, что там? Как-то не айс. Ну, а так, вроде бы... Надо посмотреть, сколько он вообще дает. Давай, отходи. Просто-просто легли. Ряд просто лег. Так, вот это надо уж давно было убрать. Так, давайте-ка. И все. Все, на что они были способны. Неплохое растение, прикольное. Так. Уйди, противное. Ну. Блин, мы плей-эвент забыли пройти. Ну ладно, в следующей серии пройдем. С вами, друзья, был Крош. Поддерживайте мой канал. Подписывайтесь на него, кто еще не подписан, ставьте пальцы вверх, комментируйте. И большое спасибо за просмотр, увидимся в новой серии, пока-пока.